Подренчник крок по кроку. Позем А1. Лекция 22. Урок 22. Докунд поедем на уикенд. Куда мы поедем на выходные? Новые слова, Новые слова. Келишек. Бокал. Зоставач. Оставаться. Зайонч. Занять. Зъесть. Съесть. Належечь принадлежать, забор заборы, захват захваты, под взглядом с точки зрения мензовоенные, межвоенные. Часть А Ружные аспекты ПШИШВОСТИ – на прошлом уроке мы разобрали ружные аспекты PSW, то есть разные аспекты прошедшего времени, а сейчас разберем аспекты будущего времени. Мы сегодня поговорим о незавершенном, незаконченном действии в будущем и о завершенном, оконченном действии в будущем. Начнем с первого упражнения и послушаем диалог. Zrobię porządek. Napiszę zadanie domowe. Skończę książkę. Obejrzę dzień świstaka na DVD. Przeczytam kilka ciekawych wiadomości w internecie. Ugotuję zupę i od razu zjem ją całą, ponieważ na pewno będzie pyszna. Zaplanuję weekend w Toruniu. Lecz w końcu pojadę do Gdańska. Poznam nowych ludzi. Porozmawiam z seniorem rodziny. Nauczę się śpiewać w 100 lat. Zwiedzę też Gdańsk oraz zobaczę Bałtyk. Spotkam się z kolegą, zadzwonimy po jego koleżanki i pójdziemy na kawę albo pospacerujemy nad Wisłą. Potem zaprosimy dziewczyny na dyskotekę, będzie super, więc wrócę rano i po prostu pójdę spać. Okej, okay, posłuchaliśmy dialogów. My posłuchaliśmy dialogi, a siebie rozkazywała Angela, mami i Javier, co oni zdzielają, в будущем, что они интересного сделают на выходных. А в задании нам нужно написать, что они сделали интересного в выходные. Анжела говорила себе «зробя пожондек», «сделаю порядок», «наведу порядок». Значит, в прошедшем времени мы говорим «зробила пожондек», «сделала порядок», «навела порядок» напиши задание домовы. Следующее, что она говорила, напишу домашнее задание. Мы переделаем в прошедшее время. Написала задание домовы. Написала задание домашнее. Скончила кщеншка. Закончила книгу. Обойжала фильм. Посмотрела фильм. День швистака – это день сурка. Прочитала несколько чекавых ведомостей в интернете, прочитала несколько интересных новостей в интернете, уготовала зубы и одразу зядла целом. Она приготовила суп и сразу же весь этот суп съела. Следующая маме. Она рассказывала себе, что запланует уикенд в Туруню. Она говорила, что я от своего имени запланирую выходные в Торуне. И мы это скажем в прошедшем времени. Заплановала уикенд в Торуне. Запланировала выходные в Торуне. Далее. Поехала до Гданьска. Поехала в Гданьск. Познала новых людей. Познакомилась с новыми людьми. Поразмовяла с сеньором родины. Разговаривала со старшим членом семьи, научилась певать сто лет, научилась петь сто лет, Заведила Гданьск, посетила Гданьск, зубочила Балтик, увидела Балтийское море. Следующая о себе рассказывал Хавьер и говорила от своего имени с с коллегом. Я встречусь с коллегой. И мы скажем в прошедшем времени споткал с коллегом. Встретился с коллегой, задзвонил по его коллежанке, позвонил его знакомым, приятельницам, коллежанкам, пошли на каве, пошли на кофе, поспоцаровали над вислом, погуляли, прогулялись над вислой, возле вдоль реки Вислы, запросили девчины на дискотеку пригласили девушек на дискотеку. Все эти слова у нас имеют завершенный вид в прошедшем времени. Помним из предыдущего урока. Идем дальше. Упражнение 2. Нам нужно сделать завершенную форму. У нас, например, есть слово робич, и мы скажем зробич. Делать, сделать. Давайте прочтем. Робич, зробич. Делать, сделать, кончить, скончить, заканчивать, закончить, читать, прочитать, читать, прочитать, есть, съесть, есть, съесть, ехать, поехать, приехать, ехать, поехать, приехать, плановать, заплановать, планировать запланировать. Учаще, Учить научаще, учиться и научиться, выучиться. Ищ, пусть, идти, пойти. Готовать, уготовать, готовить, приготовить. Звонить, задзвонить, звонить, позвонить. Розмавять, порозмавять, разговаривать, поразговаривать. Писать, написать, писать, написать, пить, напич, пить и напиться, познавать, Позначь. знакомиться, познакомиться, куповать, купить, покупать, купить, зведзач, зведич, посещать, посетить, запрашивать, запросить, приглашать, пригласить. Спотыкачье, споткаться, встречаться, встретиться, враться, вручить, возвращаться, вернуться, видеть, зубачить, видеть, увидеть. Итак, мы прочитали все слова в этом упражнении и видим, что для того, чтобы сделать завершенное действие, сказать о завершенном действии в будущем времени, чаще всего мы используем приставку. Собственно, также мы поступаем и в русском языке делать, сделать, читать, прочитать. Очень схоже. Переходим к следующему упражнению номер три и послушаем диалоги. Але, jesteś zielony. Nie znalazłszy niczego do spania w zakopanem? Nie byłem w Nigdy nie wypije ani kieliszka. Nigdy nie mów nigdy. Planujemy coś wszyscy razem na długi weekend? Dlaczego długi? Ponieważ 1 maja jest święto pracy, a 3 maja jest święto konstytucji, więc mamy kilka dni wolnych. No to impreza. I pasuje się w tarły działek. Słyszałeś? Planujemy wspólny weekend. Przepraszam, ale beze mnie. A co będziesz robić przez te kilka dni? Jak to co? To co zawsze. Będę ciężko pracować. Będziesz jak zwykle rozmawiać przez telefon, a nie pracować. Mówisz jak moja żona. Tak, będę spacerować. Czytać ambitną literaturę. Słuchać wiatru, tańczyć w deszczu, chodzić do kina, pić wino w parku jak ten leń, Javier, a pieniądze będą zarabiać się same, tak? No. Nikt nie jest doskonały. Super, posłuchaliśmy dialogów. И давайте сделаем упражнение номер три. Хавьер ест зрелаксованы, бо дуже отпочивал уикенд. Хавьер есть такой расслаблен, отдохнувший, потому что до много отдыхал в выходные. Не, то неправда. Хавьер поехал в Татры а до пенсионату Казимеш. Не, то неправда. 1 мая працуемы. 1 мая работаем. Не, то неправда. В Швенто Конституции Чечегу Мая не вольно импрозовать. Нет, это тоже неправда. На праздник 3 мая, на праздник Конституции 3 мая нельзя праздновать. Нет, это неправда. И ответим на вопросы из второго диалога, который мы послушали. Вспульный, то значит каждый сам. Нет, это неправда. Совместный, это значит каждый сам, каждый отдельно. Нет, это неправда. Увы, Бенди занят в уикенд. Так, то правда. Увы, будет занят в выходные. Да, он сказал, что он будет тяжело работать. Маме мысли же он Бенди споцеровать. Нет, то неправда. Маме думает, что он будет прогуливаться, гулять. Но нет, ваша маме думала, что он будет разговаривать по телефону все время. Розмавич пшес телефон. Жона Увего бардо добже го розуме. Жена, увы, очень хорошо его понимает, но рачей не, скорее нет. Но добже, идем мы далее. И перед нами табличка: аспект недоконанный, аспект доконанный, в чаще пышным. На прошлом уроке мы рассматривали завершенное действие, незавершенное действие в прошедшем времени, а сегодня разберем те же аспекты не завершенные, завершенные, но уже в будущем времени. И смотрим самые первые примеры в табличке. Бендеробич, бендеробил, бендеробила. Буду делать и буду делать. Я как девушка, я как мужчина. Это незавершенное действие. И я я сделаю. Это у нас завершенное действие. Мы уже знаем, и надеюсь, все мы помним, что будущее время мы можем построить двумя способами. Можем сказать «бенде «я буду» и дальше поставить инфинитив, глагол в неизмененном виде, безокуличник, «бенде робич», «буду делать». И также можем сказать с помощью прошедшего времени «бенде если я мужчина, мы говорим о себе, я буду делать. Или если я девушка, говорю о себе, бенда рубила, буду делать. Хорошо, почитаем, когда у нас завершенное действие и когда незавершенное действие. Аспект не когда где есть рутина. Рутина. Цо завше, ченсто, от часу до часу, жадко, цо день. А аспект доконанный, кеды еден раз. Собственно, все то же самое, что и было в прошедшем времени. То есть незавершенное действие у нас ежедневно, всегда, часто, время от времени, редко, каждую неделю. А завершенное действие, когда что-то сделалось, один раз. И прочитаем примеры. На вакациях цо не бэнде вставать у На каникулах ежедневно буду вставать в 10 часов. Второй пример. Ютро встаны о пёнтой бомам самолот. Завтра встану в 5 часов, потому что у меня самолет. Бенде вставать, встане. Буду вставать и встану. Следующее читаем. Процесс в чаще. Процесс во времени. Целый урок, два дни, пенч годин, от первой до ДРУГИ ДУГО. Это у нас аспект недоконаны, незавершенное действие. А аспект доконаны момент, момент, бардо шибко нагле. И прочтем примеры. От первой до другой бенде готовать обед. А с часа до двух я буду готовить обед. Шибко уготуя обед, бо шкодами часу. Я быстро приготовлю обед, потому что мне жалко времени. Бенде готовать, уготуя. Я буду готовить, приготовлю. Читаем следующее в желтых рамочках акция ровночестная и в том самом чаще, когда у нас действие происходит одновременно, в том самом моменте, в том самом времени, и акция хронологичная. Найпер потом. То есть, когда у нас действие происходит последовательно в хронологическом порядке, в начале и потом. И читаем примеры. бендемы, пить кавы и размавить. Мы будем пить кофе и разговаривать. Найперв выпьем и кавы, а потом по и. Вначале мы выпьем кофе, а потом поразговариваем. Бендем пить, выпьем Будем пить, выпьем. бендемы и по поразмовям Будем разговаривать и поразговариваем, поразмовям и. И последнее читаем в оранжевой рамке нема результату и есть результат. То есть незавершенное действие, когда у нас нет результата, и завершенное действие, собственно, когда этот результат есть. Юж в концу, в реште, на Читаем примеры. Ютро бенде с пшонтач Завтра буду убирать квартиру. Ютро по СПШОНТАМ пшонтам целое и на реште бенде чисто. Завтра уберу всю квартиру, и, наконец, будет чисто. Бендес пшонтач по спшонтам. Я буду убирать, уберу. Буду наводить порядок, наведу порядок. И как мы видим из нашей вот этой всей таблицы, что аспект недоконанный, то есть незавершенное, неоконченное действие, мы строим с помощью глагола быть, ну а собственно его форме в будущем времени. Я бенде, ты бендишь, он, она бенде, мы БЕНДЕМЫ, вы бендечи, бенде, они БЕНДУМ. Помним эти формы? А аспект доконаны, то есть завершенное, законченное действие, у нас строится с помощью приставок. Например, бенде готовить, буду готовить, и уготуя, я приготовлю. Собственно, точно так же мы в русском языке и разговариваем. Например, в это время я буду идти в магазин. Или в это время я пойду в магазин. Буду идти и пойду. Хорошо, посмотрим. С правой стороны теперь у нас две таблички есть. Аспект. Ну, час пшешвы. Вчорой. То есть у нас есть аспект недоконаны, аспект доконаны и прошедшее время вначале рассмотрим вчера. Как мы скажем, незаконченное действие. Робилем я делал и законченное действие – зробиуэм. Я сделал. Теперь смотрим ниже и рассмотрим будущее время. Час – Настоящее время – террас, сейчас. И мы говорим робе – я делаю. Как нам сказать в будущем времени? Час – пшишвы, утро Будущее время – завтра. Если сегодня я делаю, завтра буду делать. Бенде робич – буду делать. А если я сделаю – Зроби, я сделаю. В прошедшем времени мы говорим робиłem, зробиłem, делал, сделал. Робię сейчас делаю. Бендеробич, зроби, буду делать, сделаю. Ну давайте, например, глагол читать. Я сейчас читаю. В прошедшем времени читал, прочитал. В будущем времени буду читать, прочту, прочитаю. И по польску террас. Teraz. Читам, я сейчас читаю, час прошедший, прошедшее время Читалам, я читала, Пречитаłam. прочитала И будущее время, час пришел, утро, например Ютро, Бэнде читала. буду читать, я буду читать и пречитам. прочитаю Ну что ж, я с уверенностью думаю, что мы можем переходить дальше Упражнениям. Упражнение 4. Прошу узупенить табелька. Здесь нам нужно из формы прошедшего времени сказать слово в форме будущего времени. Вчера-ютро. Вчера-завтра. Например, сробием, я сделал, а завтра я сделаю. Зробия. Следующее слово. Скончил. Я закончил. А завтра я закончу. Сконче. Обежала. Я посмотрела. А посмотрю. Обежала. 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 Прочитались, прочитаешь. Ты вчера прочитал, а завтра прочтешь. Дальше. Съедуешь. Вчера съедуешь, а утро съешь. Вчера ты съела, а завтра ты съешь. Далее, вчера поехал, а утро поедет. Вчера поехал, а завтра поедет. Вчера запланировала, вчера запланировала, а утро запланирует. Запланирует. Далее, встретилась Вчера вспоткался, утро Вчера встретилось, например, детское споткающее, ребенок встретился, а завтра встретится. Зобачились мы, зобачимы. мы. Мы увидели и мы увидим. Научились мы еще, Мы научились и мы научимся пошлище пойдете. Вы вчера пошли, и вы завтра пойдете. Зведжиуище, зведжиче. Вы посетили, и вы посетите. Но то супер, где мы дали чвечение пенч, что В пятом упражнении нам, нам надо выбрать, что подходит. Не мам тегу номеру в календажу. И нам надо выбрать бенде давать, чи дам чего ютро. У меня нет этого номера в календаре. Я буду давать или я дам тебе его завтра. Конечно же, я дам тебе его завтра. Не мам тегу номеру в календажу, дам чего ютро. У меня нет этого номера, я дам тебе его завтра. Следующее. Нигды. Надо выбрать не бенде пить, не выпие, а не келишка никогда не буду пить ни рюмочки или никогда не выпью ни рюмки. Второй вариант. Никогда не выпие, а не ни келишка. Никогда не выпью ни одного бокала. Следующее предложение. Ютро от рана до ночи. Бенде читач, чили пшечитам. Тен криминал. Завтра с утра до ночи я буду читать или прочитаю этот детектив. И по смыслу понимаем, что подходит первая фраза. Ютру от рана до ночи, бэнда читать, тен криминал. Завтра, с утра до ночи, я буду читать этот детектив. Далее читаем. Экцитуем сакьоншка. Утро напевно ⁇ м бэнда кончить, скончи. Очевище, скончим. Захватывающая книга. Завтра наверняка ее... Буду кончать или закончу? Закончу. Завтра наверняка ее закончу. Прочту. Следующее предложение. Пани Йоанна, ма именины 24 мая, монш на певно, бенди куповач купи, купи, очевидно, монш напевно купи ей элегантский презент именины у паны Иоанна 24 мая, и муж, конечно же, купит ей элегантный, красивый подарок. Далее, вечером бенде ищ, чели пуйде до кино на реверс. Вечером буду идти в кино на реверс или вечером пойду в кино на реверс. Пойду, конечно, пуйде. Вечером пуйде до кино на реверс. Следующее. В субботе, хиба теж будем ехать, чи поедем мы, за место. В субботу, наверное, тоже будем ехать за город. Или в субботу, наверное, поедем за город. Поедем. В субботе, хиба теж поедем за место. В субботу, наверное, мы также поедем за город. Дальше. Латем, а не та, Бенди запрашивать гости на пикники. Летом Аннета часто будет приглашать гостей на пикники. И остатнее здание, последнее предложение. Не можешь часу, у тебя нет сейчас времени. Венс задзвоны за квадранс. Поэтому я позвоню через 15 минут. Но цужли, чем и далее, Шестое шестое упражнение. И здесь у нас как раз те самые диалоги, которые мы слушали в самом начале урока. Давайте их прочтем и переведем еще раз. Анжела у нас первая рассказывает о себе, что она сделает на выходных. Зроби сделаю порядок, напиши задание домовые, напишу домашнее задание. Скончек щеншка, закончу книгу, обейже день швистака на DVD, посмотрю день сурка, прочитам килька чекавых ведомостей в интернете, прочту несколько интересных новостей в интернете, уготую зубы и одразу съем ём целом. Приготовлю суп и сразу же целиком весь этот суп съем, понево певно напевно пышно, потому что он, естественно, конечно же, будет вкусный. Что маме у нас будет делать? Маме запланует уикенд в Туруню, Маме запланирует выходные в Лечь в концу поеду до Гданьска. Но и в конце концов поеду в Гданьск. Познам новых людей. Познакомлюсь с новыми людьми. порозмавим с сеньором родины. Поразговариваю со старшим членом семьи. Научусь сейчас шпевать сто лет. Научусь петь сто лет. Звезды тоже Гданьск, а раззабачи Балтик. Посещу также Гданьск и увижу Балтийское море. Что у нас делает Хавьер? Споткамся с коллегом, встречусь с коллегой, задзвоним по его коллежанке и пойдем на кавы. Мы позвоним его подругам и пойдем на кофе. Альбо поспацируем над вислом, или же прогуляемся вдоль вислы Потом девчины на дискотеке. Потом мы пригласим девушек на дискотеку. Бенди супер будет супер венс врутся рану и попросту пуйды спать. Поэтому я вернусь утром и просто пойду спать. Здесь мы видим, что все слова у нас в этих трех диалогах, в этих трех текстах в завершенном виде, что они сделают, и они нам рассказали, что же они сделают. А мы идем дальше. Упражнение 7. В этом упражнении мы видим заметки Пани Юанны и Кароля и Каролины. И нам надо рассказать, какие они имеют планы, какие у них планы. И вот нам дан пример, что, например, в воскресенье 24 мая у Пани Юанны в списке написано именины. И в примере написано, читаем, «В неделе Пани Юанна на Бенджи меч именины». Венцы запрощит гости на традиционном польском коллациях. В воскресенье у пани, у пани Йоанны будут именины, поэтому она пригласит гостей на традиционный польский ужин. Бенди Меч, она будет иметь, у нее будут именины, и она запрощит, она пригласит. И давайте пойдем снизу вверх. 23 мая в списке написан Бигос. И мы можем сказать, Жепани Йоанна в субботу 23 мая уготуе бигос. В субботу 23 мая пани Йоанна приготовит бигос. Уготуе, приготовит. Дальше в списке мы видим пятница, закупы, покупки. И можем сказать, пани Йоанна в пятник 22 мая пойдет на закупы. Она пойдет за покупками. Выше поднимаемся, четверг, и есть написано косметичка и фризьер. Косметолог и парикмахер. И можем сказать же, пань Юанна в четверг, 21 мая, найпер в пуйде до косметички, а на стемпне до фризьера. В четверг, 21 мая, пань Йоанна вначале пойдет к косметологу, а потом к парикмахеру. Еще выше поднимаемся, видим среда, рахунки за газ. Счета за газ. И можем сказать же, в Шроде, 20 мая, пани Йоанна заплачу рахунки за газ. Она оплатит счета за газ. в вторник напишет артикул, во вторник она напишет статью, а в понеделок задзвонит до таты, позвонит папе. Вторую часть, где у нас видим список «Кароль и Каролина», предлагаю сделать самостоятельно и можно написать в комментариях. С удовольствием почитаю. А мы с вами идем дальше, к восьмому упражнению. И здесь нам нужно поспрягать глаголы в будущем времени. Вот у нас пример с глаголом идти. Идти, я иду, ты идешь. Ищ, иде, идешь. Как нам сказать пойти? Пуищ, пойти, я пуйде, ты пуйдешь ты пойдешь, я пойду, ты пойдешь. И то же самое нам надо сделать с оставшимися глаголами. Давайте сделаем. Выщ, выйти, я выйду, ты выйдешь, я выйду, ты выйдешь. Вещ, войти, выйду, выйдешь. Войти, я войду, ты войдешь. Зейщ, спуститься, я зайду, ты зейдешь. Я спущусь, ты спустишься. Пшищ, я пшиде, ты пшидешь. Прийти, я приду, ты придешь. Пшейщ, я пшеде, ты пшейдешь. Перейти, я перейду, ты перейдешь. Дойщ, дойти. Дойде, дойдешь. Я дойду, ты дойдешь. Следующая группа глаголов. Зоставач, я застане, ты застанешь. Оставаться, я останусь, ты останешься. Вставач, встане, встанешь. Вставать, я встану, ты встанешь. Доставач, достане, достанешь. Доставать, я достану, ты достанешь. Идем ниже. Зачонч, я зачне, ты зачнешь. Начинать, я начну, ты начнешь. Отпочонч, я отпочне, ты отпочнешь. Отдыхать. Я отдохну, ты отдохнешь. Дальше. Зайонч. Займе, займешь. Занять. Я займу, ты займешь. найме вы вынаймешь. Арендовать. Я арендую, ты арендуешь. И все у нас в будущем времени, помним. Последняя группа глаголов. Муц. Я могу, ты можешь. Мочь. Я могу, ты можешь. Помочь, помога, поможешь. Помочь, я помогу, ты поможешь. И ниже в красной рамочке читаем. Увага, внимание. Брать, візьонь, везме, возьмешь. Брать, взять, я возьму, ты возьмешь. В настоящем времени мы говорим «я беру», «я беру», «ты бежишь». В будущем времени мы говорим «везме», возьмешь. «Беру», «берешь», «возьму», «возьмешь». Ну и мысли же вы старше надеюсь. Думаю, что на сегодня достаточно. Услышимся вскоре в следующей части. До зубочения, до услышания.